Подзимний посев для многих растений считается наиболее оптимальным с точки зрения их развития. Мы уже сказали в одном из прошлых выпусков о том, что под снегом семя получает достаточное количество влаги и избавляется от содержащихся в нем соединений ингибиторов, тормозящих прорастание. Кроме того, в первые дни своей жизни растение получит необходимое количество света, а значит, исключена возможность вытягивания. Да и естественная температура воздуха растениям куда более на пользу, чем тепло в комнатных условиях. В результате всех этих факторов мы получаем более здоровые растения. Под зиму сажают корнеплоды, редис, репу, свеклу, морковь, зелень, укроп, петрушку, сельдерей, также лук и чеснок. Один из гарантов урожая в будущем сезоне – хорошие семена. Они не должны быть просрочены. Пакетик не должен быть подмочен или смят. Лучше всего покупайте их у проверенного производителя посадочного материала. При покупке лука севка или лука шалота выбирайте здоровые луковицы, на которых нет подгнивания, изменения цвета, от которых не исходит неприятный запах. То же самое касается и чеснока. Лучше всего, когда почва подготовлена заранее. Об этом мы говорили в одном из выпусков. То есть грядка должна быть уже перекопана, в нее должны быть внесены необходимые удобрения. При этом не рекомендуется вносить свежий навоз под лук и чеснок, иначе пера будет много, а сама луковица будет маленькой. Не вносит свежий навоз также под морковь, иначе вы получите мощную ботву и слабый корнеплод. Лук-севок и лук-шалот нужно высаживать на глубину примерно 2 луковиц. Расстояние между рядами до 15-20 см. Между луковичками в ряду 8-10 см. Чеснок сажаем на глубину 2-3 см. Расстояние между рядами также до 15-20 см. Между растениями в ряду 3 см. Что касается зелени и корнеплодов, то расстояние между рядами для укропа, петрушки и редиса 8-10 см. Для свеклы, моркови и сельдерея 15-20 см. После посева присыпаем все землей, а также мульчируем. В качестве мульчи можно использовать сухие листья, мох сфагнум, мелкие опилки или торф. До мульчирования рекомендуется увлажнить почву, чтобы ликвидировать пустоты.